точно его на вершине холма призором людей укрепляю. Насмешки, кулак, клевета, мерцание черным потоком плывут. Столько страданий, бедные люди до сих пор не поймут. А он со креста на них смотрит с любовью. Он хочет сказать им: за ваши грехи я истекаю невинною кровью. Чтоб вас от погибели вечной спасти, умер Христос, и толпа пришла в ужас. Бей себя в грудь, они стали стенать. Воистину праведник, был он Сын Божий. Как же дерзнули его мы распять. Пришедшие друзья со креста его сняли и в новой храмнице в саду погребли. Камень большой приварили ко гробу, в слезах безутешных от гроба ушли. Иудеи опечатали гробницу и приставили к ней страж. Кто отвалит нам камень от гроба? Мы бессильны выдвинуть этот огромный камень, которым закрыт вход. А может быть, придет Петр и Иоанн и отвалит нам камень? И тогда мы сможем помазать тело нашему дорогому Иисусу мирою. Мария, успокойся немного. Вот мы скоро дойдем. Кто-нибудь нам поможет открыть гробницу. Что это? Землетрясение. Бежим скорее к гробу. Камень отвален, стражи нет. И тело Иисуса нет на месте, где мы его положили. Куда унесли тело учителя нашего? Страх и трепет нашел на меня. Ужас объял меня. Что все это значит? Не бойтесь. Знают, что вы ищете. Иисуса Назарянина, распятого. Чего ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Достопочтенные фарисеи, могилу, которую поручили охранять, сегодня на рассвете сила небесная отворила. Солнце еще не взошло. Вдруг сделалось великое землетрясение. В одно мгновение явился ангел. Вид его был как молния. И одежда светла, как снег. Он сломал печать, отвалил камень от гроба и сел на него. Почему ваш отряд не напал на него прежде, чем он открыл могилу? Ангел не человек, чтобы на него можно было напасть. Мы и глаза мигнуть не успели, как что-то случилось. И от этого явления мы все попадали на землю, как мертвые. Что было дальше? Как он воскрес? Когда мы упали, все видя и слыша, но не имея силы и возможности подняться, по гробу прошли женщины и стали искать в гробе погребенного. Тут им явился ангел и сказал: кого вы ищете? Иисуса распятого, его здесь нет, он воскрес. Да, женщины ушли, ангел исчез. А мы в страхе и ужасе, давай бежать, кто куда. Ждать нельзя, слухи о воскресении разнесутся по всему городу, и народ восстанет против нас. Нужно дать ему деньги. Подойди сюда. Мы дадим тебе довольно денег. Иди по всему городу и говори так, что когда вы уснули, ученики пришли и украли его. Ну что? Ой, не могу взять на себя такой позор, что мы на посту спали. Да если слух дойдет до правителя, нас сражало. Вот деньги. Ну что? 300 динариев, только ты должен сказать. Мы уснули, ученики пришли и украли. А если слухи дойдут до правителя, мы его убедим и от неприятности вас избавим. Ну что, за такую плату и на белое можно сказать черное. Слушайте, новость слыхали? Иисус Назарянин воскрес. Это неправда. Как неправда? Я только же встретил группу женщин, которые были у гроба. Но мы этот гроб охраняли, а когда уснули, прошли ученики и украли тело Иисуса. А теперь же говорят, что он воскрес. Это неправда. Я только встретил двух из отряда охраны. Они мне рассказали, что утром при землетрясении явился ангел, открыл гроб, и вся охрана упала, как мертва. А Иисус Назарянин воскрес, о чем возвестил ангел, пришедшим к гробу женщинам. Вам воины сказали, вот неверные люди, для нас яму копают, но вы им не верьте. А кому же верить, тебе? Конечно, я же все видел. Что же ты видел? Когда мы уснули, пришли ученики и украли тело Иисуса. А теперь же говорят, что он воскрес. Как же ты видел, если спал? Можно ли видеть и спать? Да что ты ко мне пристал? Я не обязан перед вами отчитываться. Мне пора по своим заняться. Ясно. Он готов ломать любые преграды, чтобы дело поставить на свое. Я только что видел Иоанна и Петра. Они сказали, что Иисус воскрес. Утром, когда пришли они к гробу, то увидели одни пелены, лежащие, а плат, который был на голове его, не с пеленами, но особо свитый на другом месте. А вот и Мария Магдалина. Христос воскрес! Иисус воскресший явился мне в саду. Как? Когда я была у гроба и плакала, вдруг вижу, кто-то стоит около меня. Я думала, что это садовник, и спрашиваю:
Скажи, ты вынес тело Иисуса, где ты его положил? А он, называя меня по имени Мария, от радости я вскрикнула: «Равуни!» и кинулась ему в ноги. А он сказал мне: «Иди к братьям моим и возвести, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». И я всем возвестила, что Христос воскрес. Сегодня в мире торжествует, поет хвалу Творцу небес, осанна высших, аллилуйя, Христос воскрес, Христос воскрес. Воскрес для нашего спасения, от адских мук и греха, великой жертвой примирения, Он искупил нас навсегда. Его мы будем громко славить, воздав ему хвалу и честь.